Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот небольшая посылка. Она всего одна сегодня. Это у нас бутылки должны быть. Давайте посмотрим. В общем, пользуюсь вот такими вот бутылками ребенка. Ребенок уже были у нас в обзоре. Зеленого цвета у нас была такая бутылка. Вот, для ребенка ее покупал. Он пользуется, уже год прошел. С бутылкой все в порядке, она целая. Но внутри появился такой запах, знаете, как сырости. Поскольку там все время вода находится. Как плесень. Ну, никакой плесени нету, но запах такой неприятный появился, и я решил заказать новую бутылку. Уже год прошел той бутылки, естественно, она, наверное, уже свой ресурс выработала, потому что, ну, ребенку нравится, он пьет из нее воду, как бы дома мы постоянно ей пользуемся. И я купил ему новую бутылку, а заодно решил купить вот такую вот крышечку. Она одевается на любую бутылку, вставляется в нее обычная трубочка, и получается то же самое, как бы трубочка для питья. Вот эти вот трубочки, они удобны чем? Тем, что тебе не нужно опрокидывать бутылку, и ты когда втягиваешь воду, у тебя меньше шансов подавиться, если ты там торопишься или спешишь. Вот, они реально удобные, и я купил недавно жене бутылку. Опять придут скоро бутылки, мы посмотрим спортивные бутылки, и уже были у нас обзоры, и очень трудно было их найти, потому что реально классные бутылки, покупала их на JD за $5, сейчас их больше нету, и я обыскал, и в Испании заказал, они не отправили, вернули деньги, на Таобао искал, собирался через посредника покупать, ну в общем, и покупал в другом магазине, и мне тоже вернули деньги, почему-то не отправили. На eBay я покупал. Вот, но то уже когда они придут, я все это детально расскажу, всю эту историю. Бутылка выглядит так. Сейчас у нас зеленого цвета. Я вам ее покажу, сниму, что с ней сейчас произошло. Вот, все то же самое. Вот это вот такой тяжелый, как бы, ну, не знаю, он не фильтр, ничего, просто набалдашник, который не позволяет задраться трубочке, чтобы она была все время внизу, и чтобы можно было пить. Потому что мы бутылку не опрокидываем, то трубочка должна быть все время внизу, потому что где вода, чтобы можно было тянуть. Вот такой вот красивый медведь. Все отлично закрывается. Удобно еще это тем, что ты не дотрагиваешься до трубочки рукой. Ты ее открыл и закрыл. То есть, если у тебя руки грязные, вот, ну, это как бы один из моментов. Вот здесь вот отверстие для того, чтобы проходил воздух. Вот. Но отлично, то есть, как бы не проливается ничего. И идет в комплекте еще вот такая вот штучка, которую можно вот сюда подцепить и таскать бутылочку с собой. Допустим, если у вас ребенок маленький, грудной, вот, подцепить на сумку или куда-нибудь еще, вот, таскать с собой эту бутылочку можно. Вот, в принципе, по этой бутылочке у меня все. Вот так она выглядит. Честно, вот этой вот ленточкой, она идет какого цвета бутылка, такого цвета и ленточка. То есть здесь такая голубая бутылка, голубая ленточка. У меня же зеленая бутылка, зеленая ленточка, но ленточка. Ребенок уже постарше у нас 3 года, и ему было 2 уже, и мы не таскали бутылку с собой, как бы эту, если и брали, то очень редко. Ну, а второй момент, вот этот вот, решил попробовать, потому что мне стало интересно, что мы можем такой же принцип, да, то есть это принцип вот этой вот трубочки организовать буквально в любой бутылке. Вот, давайте откроем. Вот так это выглядит, то есть обычная крышка. Давайте достанем ее. Обычная крышка с трубочкой, вот, и закрывается она просто изгибом. Вот так открываем. Закрываем. Вот. Можно подцепить на любую бутылку, любого, ну, пластиковую любую бутылку, горлышко стандартное подходит. Вот там вон есть в глубине такая дырочка для того, чтобы воздух проходил. Вот она. И прикольная крышечка. И решение в чем? Решение, смысл в том, что самая обычная трубочка, здесь она для примера как бы положена, для того, чтобы было понимание, о чем речь вообще. И вот мы вставляем в крышку трубочку, вставляем ее в бутылку, и все, и пользуемся, и нам очень удобно пить, не передирая, то есть это реально вот эта вот штука, она очень, я уже перепробовали много разных бутылок, и вот это вот самый удобный, единственное, что
здесь, ну диаметр тут даже больше, сама трубочка тоньше получается, но диаметр больше, если сравнивать с второй, или одинаковая, похож диаметр, в общем, но трубочка сама тоньше. То есть вот этот вот принцип вот такой трубочки, он очень удобный, и реально ты когда тянешь в себя воду, ну это прикольно, чем ты перегибаешь, задираешь голову, перегибаешь бутылку для того, чтобы попить. А вот это вот именно очень удобно, ты, во-первых, напиваешься с меньшего количества воды, а во-вторых, меньше шансов подавиться, и поэтому вот такое. Я еще сниму кусочек или фотографию выложу, как выглядит старая бутылка, и вот эту новую рядом сфотографирую или сниму, чтобы было понимание, что с ней произойдет за год. Вот старая бутылка, вот это новая, уже набрал в нее воды, обдал кипяточком, и вот смотрите, она немножко пожелтела вот здесь сверху, вот здесь прокусил ребенок, и там вот дырочка получается. Вот, но в остальном немножко картинка поцарапалась, но в остальном все отлично. Отломалась одна вот эта вот ножка от падения, но бутылка целая, это чуть больше, чем за год.